Приготовим с вами горячую закуску – сулугуни с печеными перцами. Для этого нам потребуется болгарский перец, томаты, сливочное масло, кинза, я ее заранее уже нарезал, аджика и сулугуни. Все это вы можете найти на московских ярмарках. Приступим! Приготовим с вами соус. Для этого нам потребуется аджика. Выложим в сотейник. Добавим туда кусочек сливочного масла. Подрежем болгарский перец. Болгарский перец нарезаем треугольниками. Я отложу пока в сторонку. Подрежем томаты. Помидор нарезаем слайсом. И нарежу с вами сулугуни. Все ингредиенты мы с вами подготовили, осталось их переложить в чугунную сковороду. У меня вот такая вот чугунная емкость, а вы можете использовать ту, которая есть у вас или которая вам удобней. Главная особенность этого блюда, что мы все ингредиенты выкладываем слоями. Выкладываем болгарский перец. Вторым слоем выкладываем томаты. После чего выкладываем сулугуни. Смажем аджикой. Выкладываем опять болгарский перец. Это блюдо вы можете усовершенствовать для себя, а то есть добавить какие-нибудь грибы, либо любимые овощи. Выкладываем томаты. И выкладываем сулугуни. И снова смазываем аджикой. И отправляем наше блюдо в духовку на 180 градусов на 10 минут, чтобы сыр расплавился. Украшаем кинзой. И вот такое вот простое, но нереально вкусное блюдо у нас с вами получилось. Приятного аппетита!